Привет, друзья! Вы знаете, куда нас занесло сегодня? На юг Германии. В Ротенбург. Мы в отпуске опять и решили поездить. Как вы знаете, уже мы любим путешествовать. И наш любимый муж и отец пригласил нас снова попутешествовать по Германии. Смотрите, это ворота, мы хотели войти в них, а вообще тут ездят машины, представляете? И мы идем в окружную. Оказывается, это въезд. Ротенбург, старинный сказочный город. Постройки с 1500-х годов. Я представляю, как здесь ходили принцессы, так называемые королевичные. Кто здесь жил? Сорок шесть вот таких башен с таким огромным забором, где-то, наверное, 6-8 метров окружают этот городок старинный. И башня 40 метров высотой. Идем по ступеням на эту башню. Как люди жили, как строили. 15 век, все такое крепкое, крепчайшее. Мы идем по стене. Снизу стояли здания. И вот здесь виден городок. Такой красивенький. И вот они, типичные вот такие домики этого городка. Типичные немецкие. Датские, шведские. Как люди жили, как мыслили. Смотрите, оставили после себя такую красоту. Уже людей давно нету в живых, да? И такая красота после них осталась. Представляете? А вот что оставим мы после себя? Итак, 1500-е года. Город был построен. Итак, 3,5 километра, я уже запыхалась идти по этой стене, но мы все равно решили пройтись хоть немного. Вот такие опять домики здесь с башнями красивыми. И здесь нельзя парковаться машинам. Тут только для жителей этой местности. Вот. Так, тут этот хороший человек. Привет, передает. Хороший человек передает привет. И вот еще домики с цветочками. Уютненькие. И мы вышли вот на такую часть города. Уже пошли улицы, крепость. Нет, не крепость. Церковь, то есть. Видна, но у нас еще дорога продолжается до сих пор, представляете? 3,5 километра. А с этой стороны у нас находится... Посмотрим, что там. Вид на улицу. Вот такая дорожка. Я смотрю через вот эту бойницу в стене. Вот в этой стене. Вот в этой стене. Спрашиваю, через сколько мы дойдем? Через 1,5 часа вокруг города. Ой, мы так и не спустимся в центр, будем так 1,5 часа идти по этой дорожке. Кстати, охраняли город, а вот стены не очень толстые, где-то 50-60 сантиметров. Ну, наверное, чувствовали безопасно себя. Смотрите, тут саман, глина, солома, кто не знает. Мы строили летнюю кухню в Джамбуле, так в Казахстане. Месили ногами и руками. Я там каталась по этой саманной луже. Вот, тут есть такие тупики. Посмотрите, какой старый домишко. Почему ты думаешь, что не живет? Старый домишко. И, кстати, говорят, что здесь, в этих домах, люди живут до сих пор. Ну, некоторые реставрированные. Вот этот вот, похоже, нежилой, действительно. Черепица вся, кривая крыша, посмотрите, волной повело. Вот, так он выглядит. Но все равно, знаете, столько лет простоять.
Брошенные, да? Окей. А дальше вот зелененький. Вот я знаю, что Ротенбург, он цветной вообще город. Сейчас мы спустимся, наверное, наконец-то. И пойдем по улицам, посмотрим на этот сказочный город. Да, его так и называют, сказочный город. Кому интересно, называется так. Ротенбург об дер Таубер. То есть, есть Ротенбург, он находится в стороне Хамбурга, а этот находится здесь, на юге Германии, в, да, на реке Таубер. Таубер. Да, Байер. Вот, люди любят здесь вот дома красить разными красками. Голубой, розовый, зеленый. Мы еще увидим эту красоту. Так, спустились мы как раз наконец-то вот оттуда сверху. И тут была квартира палача. Высокая-высокая узкая башня. Тут написано. Квартира палача, 1400 год. Немножко издалека. Так интересно. Мне кажется, ступеньки дальше вот будут, вот. Да? Потому что иначе бы они так не висели бы. Вот так вот смотрится все здесь. И смотрите, ступеньки в никуда. А видели такое? Здесь, да? В крышу. Итак, ограду города оставили позади. И продвигаемся в сам центр.